симпатии канцлера Германии на стороне украинской оппозиции. Но конкретных обещаний ее лидерам Виталию Кличко и Арсению Яценюку Ангела Меркель давать не стала. Она намерена продолжать диалог и с правительством в Киеве. Кличко и Яценюк настаивали на санкциях, например, на аресте иностранных счетов представителей украинской власти. Почему Меркель не поддержала эти требования, пояснил ее однопартиец Андреас Шокенхоф. Если есть возможность найти компромисс и тем самым прекратить насилие, было бы неправильно применять санкции. Виталий Кличко предупреждает, что кризис на Украине еще не миновал. Лидер партии «Удар» хотел бы, чтобы немецкие дипломаты взяли на себя роль посредников. Давайте не будем преуменьшать роль Германии, одной из ведущих стран Европы и одной из самых влиятельных женщин в мире, бундесканцлерин. Слова Виталия Кличко встретили в Берлине с пониманием, но конкретных обещаний дано не было. В багаже возвращавшихся на Украину оппозиционеров не было ничего, кроме добрых пожеланий.